Ребята, привет! Ура! Сегодня открылся студенческий коворкинг МГПУ. Сейчас мы покажем вам все, что здесь будет происходить, как этим пользоваться и как нам жить дальше с этим коворкингом. Невозможно просто. О, господи, ты снимаешь? О, господи, сколько здесь людей! Давайте найдем хотя бы одного человека, который будет готов пообщаться. Кристин, привет, скажи всем, как тебя зовут. Всем привет, меня зовут Дима. What? Кристин, такой вопрос. Сегодня открытие коворкинга. Когда, соответственно, покупают люди новую квартиру или дом, они первые пускают туда кошку. Кого пустили первым в коворкинг? Меня. Нет. Так, здравствуйте, друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, здравствуйте. Ребята, кто последний? Сергей, здравствуйте. Сегодня открытие коворкинга, вы счастливы? Вне себя от счастья. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь будете делать со своей студенческой организацией КВН МГПУ, как коворкинг поможет именно вам? Мы будем здесь проводить редактуры перед играми, просто собираться. Для чего? Пообщаться с командами, узнать, как дела у них, вот. Лавочки у подъездов, вы больше не нужны. Друзья, коворкинг отвечает всем потребностям студентов. Ребята уже в первый день работы организовали анонимный клуб руководителей студенческих организаций, где они делятся всеми своими невзгодами. Вот посмотрите, они уже немножко поплакали и обсуждают, как им жить этот учебный год. Здесь, как вы видите, огромное большое пространство для общей работы студентов, также которое разделяется на несколько зон. Первый день работы коворкинга, и ребята уже все здесь работают, развлекаются и ждут лекции от Игоря Михайловича Ремаренко. И вот это желание глазеть на других людей, а что они там делают? Вот это любопытство, вот для него это, ну, как бы такая точка появления города. Это очень хороший трактор, Кировец. Я сейчас заново рассказывать не буду, но там не только про трактор, есть про самолет, а дальше про образование. Мужчины, расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления о коворкинге? Что здесь будем проводить, что будем делать? Давайте, дальнейшие планы, быстро. Ой, планов много. Будем проводить здесь координационный совет, совета студентов и аспирантов. Будем проводить совещания. Будем проводить все, что можно и все, что нельзя. Солидарен с коллегой. Очень уютно, очень приятно. Будем использовать возможности по максимуму, пока дают. Сразу видно, совет студентов и аспирантов планирует, но не надеются. Иронично. Друзья, я наконец-то нашел тех людей, которые отвечают за студенческие организации со стороны университета. Те, кто одобряет все заявки, те, кто разрешает приходить в коворкинг, те, кто дает аудитории и те, кто дает поддержку всем студенческим организациям. Давайте с ними немножко поговорим. Вот они. Я помню, как, получается, 2,5 года назад мы с коллегами видели макет коворкинга, ну только вот план, как это будет выглядеть, и нам казалось, что это просто что-то нереальное, и это вообще недостижимая какая-то цель. Но вот мы здесь, и очень круто, что столько студентов. Сегодня было больше сотни человек, кто приехал на открытие. Возможно, даже, ну да, человек 150, кто приехал на открытие. Было очень приятно всех видеть. И многие подходили и спрашивали, можем ли мы вообще каждый день или раз в неделю хотя бы приносить свои форматы для студентов сюда и встречаться здесь. И, конечно же, мы думаем, что да, мы будем первое время налаживать вообще, ну, какие-то алгоритмы и процессы. Но мы очень рады студенческим проектам, очень рады студенческим активностям здесь. Ну и в целом просто хочется, чтобы встречались студенты МГПУ, познакомились, коворчились, и чтобы у всех все было круто. Коворчимся! Встретились с друзьями, послушали лекцию от Игоря Михайловича и запланировали, как будем использовать коворкинг. Вот такое у нас открытие сегодня состоялось. Давайте бронировать, давайте использовать, давайте делать Московский городской еще лучше.